вами Степаненко Станислав, и это обзор Specialized Hot Rock 16 колеса, 15 год. Что мы имеем? У нас есть здесь алюминиевая рама, и это дает велосипеду прочность и вес хороший. Мягкие штучечки, вот такие умягчители стоят, для того, чтобы ребенок, если будет ударяться, чтобы себя не повредил. В базе он укомплектован отражателями, также есть вот такая прекрасная защитка. По весу. Производитель обычно заявляет разное, но лучше всего проверить, и тогда вы точно будете знать, какой вес. По весу он у нас получился 8765. Это примерно так же, как и заявляет производитель. Из приятных моментов, которые здесь также есть, помимо веса. Здесь есть дополнительная ручка под сиденьем. Когда ваш малыш уже научится кататься, и вы будете снимать ему дополнительные колесики, вы сможете помогать ему учиться держать равновесие. Есть защитка на звезды. Также есть один интересный момент, это вот эти колесики, которые дополнительные, они прорезиненные, поэтому если вас раздражают какие-то звуки от этих детских пластмассовых колесиков, которые обычно ставят на дешевые велосипеды, тут этого не будет. У Hot Rock, к сожалению, не регулируется вынос, поэтому велосипед на вырост будет взять довольно-таки сложновато. Из его плюсов это его легкий вес, поэтому ребенку легче будет, если что, его катить. Еще один приятный момент у Hot Rock — это то, что дополнительные колесики снимаются очень просто. Вам не нужно будет идти в мастерскую для того, чтобы вам это сделали. Вы просто откручиваете вот такую вот штучку руками, и оно снимается. С вами был Степаненко Станислав. Приятных.